Привет! Сегодня тебя ждет тренировка на пресс, и мы ее работать будем похожим форматом, как уже с вами делали. От 30 до 60 секунд у нас будет упражнение, и 10-20 секунд я объясняю. Для этой тренировки нам снова понадобится только ковр и наше время, поэтому мы приступаем. Начинаем с первого упражнения, ложимся на спину, ноги. Угол 90 градусов, руки в замок за голову. Следим, чтобы мы не прижимали подбородок к груди. У нас всегда остается расстояние примерно уровень кулачка. И мы поднимаем лопатки с пола, выдох, вдох, ложимся на пол и локти ставим, также опускаем полностью на пол. И вниз. Итак, работаем с вами 60 секунд. Готовы? 5, 4, 3, 2, поехали. Три, два, хорошо, молодцы. Ноги оставляем на ширине плеч, закидываем ногу крест-накрест, у нас голень параллельно плечам. Руки остаются в замок за головой, мы скручиваем корпус, поднимаем одну сторону и тянемся локтем к противоположному колену и снова опускаемся на пол. Скручивание и опускаемся на пол. 40 секунд одна сторона, 40 секунд другая. Готовы? 5, 4, 3, 2, поехали. Три, два, один. И сразу поменяли ноги, другая. Приготовились. Три, два, один. И 40 секунд поехали в другую сторону. Три, два, один, и лежим с вами, отдыхаем. Пока отдыхаем, вытягиваем ноги, руки, глубоко дышим животом. Вдох, растянули мышцы пресса, выдох, расслабили. Я показываю, как выполняем следующее упражнение. Мы поднимаем ноги в потолок, стараемся их дотянуть. Работаем руками, делаем амплитудное движение, и руками тянемся наверх кончиком пальцев ног. И ложимся обратно, и снова наверх. И обратно. Итак, готовы выполнять это упражнение. 30 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И приступаем. И последний, и молодцы, хорошо, снова отдыхаем, вытягиваем ноги, руки, глубокий вдох, выдох,
И еще вдох и выдох. И сейчас мы ложимся с вами на бок. У нас ноги согнуты в коленях, угол 90 градусов, чуть ближе к себе. Опускаем корпус и разворачиваем плечи в потолок. Вот таким образом. Скрутили корпус и сейчас скручиваемся. На выдохе поднимаем лопатки с пола, подбородок притягиваем ближе к груди, но не прижимаем. И ложимся на пол и снова скручиваемся и опускаемся вниз. Чувствуем боковые мышцы пресса. Готовы? Выполняем 40 секунд. 3, 2, 1 и поехали. Начинаем. Один и последний. Закончили. Молодцы. Хорошо. Сейчас сразу с вами переворачиваемся на другую сторону. Выполняем все то же самое. Ноги угол 90 градусов. Ложимся на бок. Разворачиваем плечи наверх к потолку. Скручиваем корпус и ложимся на пол. Итак, работаем снова 40 секунд. Готовы? 5, 4, 3, 2 и начинаем. Три, два, один. Молодцы, хорошо. Отдыхаем с вами. Вытягиваем руки-ноги, глубокий вдох. Выдох. Еще. Дышим, вдох, растянули мышцы и расслабили. Показываю следующее упражнение. Сейчас мы с вами поднимаем лопатки с пола, руки давим на пол, вот таким образом перед собой, стараясь подбородок не прижимать сильно к груди. И выполняем велосипед ногами, выталкиваем пятку каждый раз вперед и ниже к полу. Не прогибаемся в пояснице, поясница плотно прижата к полу. Если сложно держать шею становится, берем руки в замок за голову. Итак, выполняем с вами упражнение 40 секунд. Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1 и стартуем. Не зажимаем дыхание, вдох, выдох. Три, два, и снова расслабляемся, вытянули ноги, руки. Вдох, выдох, и вдох, и выдох. Отлично. Следующее упражнение будет выглядеть таким образом. Мы ставим ноги на ширине плеч, сгибаем их к себе. Снова поднимаем лопатки с пола, скручиваем корпус и стараемся коснуться рукой одной стопы и другой стопы. И выполняем это упражнение с вами 30 секунд. Готовы? 5, 4, 3, 2, поехали. Три, два,
Отдыхаем, снова вытягиваем руки, ноги. Нам осталось последнее упражнение. 10 секунд отдыха. Я показываю следующее упражнение. Это будет уголок. Мы сидим с вами между копчиком и седалищными костями. Корпус наклонен таким образом по диагонали. И также у нас получается между корпусом и ногами угол 90 градусов. Мы фиксируем это положение. Стараемся дожать ноги, выпрямить их полностью. И работаем, конечно, в своей амплитуде. Если сложно держать таким образом, ничего, со временем будет получаться, пока держим, как получается. И готовы? 30 секунд держим. 5, 4, 3, 2, поехали. Стараемся зажать лопатки, не круглить сильно спину. Вытягиваемся макушкой к потолку и еще дожимаем ноги ближе к корпусу. Фиксируем это положение. Еще. Пять, четыре, три, два, один. И молодцы, хорошо. Мы с вами переворачиваемся на живот. Ноги ставим таким образом на пальцы. Поднимаем, уводим плечи назад и вытягиваем колени. У нас получается бедра не лежат на полу. Глубокий вдох, выдох, 10 секунд фиксация. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И опускаем бедра на пол. Садимся с вами на пятки. Расслабляем корпус, спина круглая. Помассировали немного спину. Просто руками чуть-чуть промяли. И через круглую спину, позвонок за позвонком, аккуратно поднимаемся, раскрываем грудную клетку, потянулись макушкой к потолку, плечи опустили вниз. И на этом наша тренировка закончена. Уже по традиции скажу, что если вам не хватило, просто добавляйте себе этими же упражнениями, выполняйте еще раз, либо делайте дополнительный круг, 2-3, сколько сил вам хватит. Я жду от вас обратной связи, что не получилось, что получилось, как вы себя чувствуете после прошлых тренировок и после этой тренировки. И до встречи уже на следующем занятии. Пока!